кино, согнал актеров, построил декорацию, экшен, там кто-то снимает, кто-то кого-то пудрит. А тут ты все сам делаешь, каждое минимальное движение персонажа ты должен нарисовать. Угу. Это, с одной стороны, сложно, но вот этот контроль как-то, с одной стороны, даже привлекательный. Надо моргнуть — он моргнул. Надо остановиться — он остановился. Он не пьет, вовремя приходит на съемку, нарисованный персонаж. Не просит прибавки к жалованию. В этом смысле это выгодно, но это чертовски сложно. И, в общем, поэтому этим занимаются, конечно, фанаты своего дела. Thank you.